в принципе, афишировать там особо не надо, но это для вас. Валерий Богушевич, начальник штаба самообороны Черниговской, а я в этом штабе, ну, в этой Черниговской самообороны, как раз занимаюсь информационно-рекламными вопросами. Поэтому нами было принято решение созвать эту пресс-конференцию, чему же она, в общем-то, будет посвящена. Начну с классики. Да, суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны. Никогда не думал, что эту фразу придется мне произносить, и она будет актуальна. Ну вот, вроде как миновала Чернигов чаша гражданской войны, чаша какой-то агрессии там, и всех этих несчастья, которые происходят на Востоке и в Крыму. Но, тем не менее, работы у нас не початый край. Почему? Потому что, несмотря на то, что произошла достаточно успешная смена власти, ну, как нам кажется, и какие-то перспективы есть, без участия народа на этот раз не обойтись. Дело в том, что все прекрасно знают, что после Майдана 2004 года, после оранжевой революции, практически ничего не поменялось. И причина этому как раз было что? Безволие народа во многом, который просто пустил все на самотек, надеясь, что само собой как-то изменится. На сегодняшний день активом нашего города, ну и Черниговской самообороны, было принято решение, ну и на основании, в общем-то, вообще самообороны Майдана, о том, что борьбу и участие в жизни города надо активно продолжать. И, соответственно, завтра мы планируем зарегистрировать официально громадскую организацию «Черниговская самооборона» в городе Чернигове. Вот это как бы основное событие, которое делает вот этот целый, ну, слой людей, да, которые не безразлична судьба нашего города, официальным организацией, официальными лицами. И эта громадская организация, которая будет зарегистрирована, она на сегодняшний день, ну, скажем так, хочет заявить о себе в плане того, что привлечь всех жителей города, кто хочет участвовать в поддержании порядка, кто хочет участвовать в организации контроля влады, кто хочет участвовать в процессе иллюстрации, в процессе вообще обновления жизни, ну, активно подключаться к деятельности нашей организации. Собственно, в двух словах, что же, ну, какие задачи перед нами стоят. Первая задача, естественно, это задача обеспечения, как это было сделано в свое время в Советском Союзе, на гражданская оборона была, вы все прекрасно помните эти вещи. Но вот, примерно вот эти вот функции сейчас будут возлагаться на нашу организацию, которая будет заниматься, в общем-то, поддержкой, в том числе и правопорядка, сотрудничество с органами внутренних дел, с той же милицией, с той же прокуратурой. То есть на основании, скажем так, законов и тех распоряжений, которые сейчас принимаются в Киеве, все граждане Украины могут спокойно в этом деле участвовать. Милиция и все идут навстречу, понимая, что только народ и никто другой может сейчас сам себя сохранить, сберечь и, в общем-то, построить ту жизнь, к которой все стремятся. Второе, это как бы работа уже непосредственно с Нацгвардией и с вооруженными силами Украины, то есть те желающие, которые хотят помочь нашим ребятам, которые воюют на Востоке сейчас с терроризмом, тоже могут обращаться через нашу организацию, записываться в эти отряды Национальной гвардии или в непосредственно вооруженные силы. По вооруженным силам тут еще будет отдельный у нас как бы такой разговор, потому что сегодня мы же тоже были на пресс-конференции, ну и помощь вооруженным силам Украины тоже будет входить в наши обязанности. Одной из таких ключевых обязанностей, на наш взгляд, это помощь, именно сбор материальной помощи. То есть мы хотим создать пункт сбора материальной помощи и официально как бы регистрировать все входящее, чтобы люди, которые вот по 5 гривен там смс-ки отправляют, это как бы, да, понятно, хорошо, но никто по сути не знает, куда уходят эти деньги. И на сегодняшний день очень остро стоит вопрос о том, что несмотря на вот такое вот позитивное отношение народа к этому процессу, все равно деньги деребанятся, и очень многие из них уходят неизвестно куда. Вопрос болезненно актуальный, поэтому громадская организация хочет взять на себя, Черниговская самооборона хочет взять на себя эти функции в том числе. То есть мы не говорим, что только мы будем это собирать, нет. Но мы открыто для всех абсолютно
общество, любой может прийти, любой стать членом, любой может получить доступную информацию, которую мы будем открыто всем предоставлять, и, скажем так, активно в этом деле участвовать. Ну, естественно, в поддержание правопорядка входит еще противодействие сепаратистам, интервентам и прочим. Могу перед вами отчитаться, что вот на тоже 9 мая, когда ожидались провокации Черниговской самообороны, вместе с правым сектором мы активно сотрудничаем, организовали ночной патруль, порядка 20 автомобилей с экипажами было задействовано, и, ну, слава богу, никаких провокаций и происшествий не было, за исключением каких-то пьяных выходок, которые тоже были пресечены. Ну, я не скажу, что это благодаря там, тому, что тут все были такие бдительные, скажем так, никто здесь ничего не сделал, да, никаких плохих вещей. Но, тем не менее, надежда есть, что благодаря бдительности наших граждан, сознательных черниговцев, которые очень активно принимали участие, очень многие хотели, там, может быть, не у всех хватало возможностей или там еще чего-то, но благодаря этому, в общем-то, в городе был, слава богу, порядок, и где-то мы все... Все прошло хорошо. То есть вы видите на всех крупных мероприятиях, на выступлениях ребят в камуфляже. Это не только правый сектор, но и наша Черниговская самооборона, которая состоит из исключительно гражданских людей. То есть мы не военизированное формирование, но в принципе как бы, такой задачи у нас пока еще не стоит, но в принципе к этому должны быть готовы, как было это в Советском Союзе, да, что гражданская оборона – это организация мирных граждан, гражданских лиц, которые... В общем-то, готовы в любой момент взяться за оружие. В общем-то, наверное, в двух словах все. Да? Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Питание. Кількість учасників громадської організації, скільки буде входити і хто буде головою громадської? Голова громадської організації – це Володимир Федорок. Взагалі-то це певна низка співзасновників, і ці люди всі є громадянами України і мешканцями Чернігова. І одним з провідних, скажімо так, організаторів – це Володимир Федоров. Ну і Валерій Богушевич, як керівник штабу, теж безпосередньо в цьому процесі задіяний. Це, мабуть, обласна організація. Обласна, так. Кількість... Ви говорите про місто Чернігів? Так, у Чернігові є там, понад 100 членів цієї організації, і є ще районні організації, які теж вже зареєстровані як громадські формування. Наша стаття організації теж буде реєструватися як громадське формування. Який... Ну, це преференція, чи що змінить статус саме громадської організації? Тобто, що зміниться, якщо ви зараз, ну, всі знають, що є Народна самооборона, що дасть це? Ну, добре, що це, ну, чому? Ні, зареєстровано, не зареєстровано. Зараз якраз к этому вопросу перейдем. Я якраз хочу сказати вам, смотрите, для того, щоб показувати... Константин сказал так, что у нас уже там есть, мы собираемся организовать пункты сбора. Пункты сбора у нас как таковые, то есть оказание помощи армии, как такового пункта нету, да, проблема есть с местом. Проблема есть и со счетом. К примеру, средства люди желают перечислить. Мы знаем, как можно сделать, как оказать, сделать так, чтобы помощь попала именно к бойцу. Не застряла где-нибудь в казначействах, в министерствах эти застряли, скажем, средства там, финансы там, или еще что-то, а попала именно к бойцу. Мы знаем, как это сделать. А регистрируемся, мы вот завтра будем регистрироваться, не зарегистрированы, мы даже счета не имеем, нормально, для того, чтобы это легально, легально высветить все эти наши операции. А вообще у нас предусмотрено, уже изготовлен сайт, я думаю, что ну, не сегодня, завтра уже можно будет видеть там первые операции. К примеру, сегодня была завезена помощь в наш погранотряд вот, в Черниговске. Хочу посредством находящихся здесь представителей прессы. Да, прессы обратиться и к гражданам, жителям Чернигова, области с таким призывом, к предпринимателям. Все знают прекрасно, какая ситуация сейчас на Востоке. Многим может казаться, что это где-то, не с нами, смотрим телевизор, там читаем газеты, где-то. На самом деле война там находятся наши
братья, кому-то дети, кому-то братья, кому-то там, отцы, мужья. Вот, мужья, да, совершенно верно. Мы постоянно находимся с ними в контакте. Это многие из них, это бывшие наши самообороновцы, наши ребята. Мы находимся постоянно с ними в телефонном контакте. Вот. Нуждаются они в помощи очень. И сказать, что не коснулось Чернигова, уже нельзя. Потому что ведь там ребята уже воюют, то Чернигова все-таки коснулось. Есть огромные проблемы с обустройством, скажем, и их быта, и с обустройством их нуждаются. У них есть... Нужна, допустим, в средствах защиты. Вы, наверное, многие наслышаны о том, что Черниговские 13-й и 41-й батальоны выехали, и у них нету даже бронежилетов. У кого-то были, вы слышали об этом. Вот. Я думаю, что, ну, как, там, если раньше помощь для армии, когда во время крымских событий, помощь там были в средствах массовой информации, там, телевидение, где печатались эти счета, там, посредством смс-ок можно было помогать. А потом стали возникать вопросы, куда же идут эти деньги. Вот. Так, вот как Константин сказал, что там они где-то по пути деребанятся, не деребанятся. Вы знаете, они не всегда деребанятся. Иногда просто ими распоряжаются так, что, ну, где-то посчитали, что они больше нужны. Предлагаю организовать помощь, позаботиться именно о нашей области, о наших ребятах, о наших людях, о нашем городе, то есть именно о наших людях. Это и о территориальном батальоне, и о пограничниках, которые больше всего нуждаются. Целыми огромными списками они составляли ходатайства там, в разные инстанции свои, воинские, министерства, военкоматы и так далее, с просьбой о помощи. Вот. И на сегодняшний день по многим вопросам, ноль, то есть ответ. Ответа никакого нету. Можно я зачитаю? Да. Есть, сегодня я был в одной из частей, там они обращались еще 19 марта. На сегодня с просьбой помочь им, сейчас вот Константин зачитает, с просьбой помочь им, ну, не деньгами, а хотя бы теми необходимыми вещами, которые нужны солдату. Многие резервисты выехали. У нас же ведь есть не только территориальный батальон, который там на востоке сражается. У нас нужно усилить границу. Многие добровольцы и резервисты сейчас находятся, мы их перевозили, это пограничники, мы их перевозили на границу. Вот. И им там тоже не очень-то хорошо. Есть проблемы. Ну, вот Константин может зачитать. Ну, да, действительно, письмо было написано полковнику Никулину. 19 марта этого года, то есть посмотрите, сколько времени прошло. Кто писал? Писал прокурорная служба Украины, Чернігівський прокурорний загін, північне регіональне управління. Командир. Командир загону. Командир загону ОГ «Птиця», да. Я, на жаль, не знаю, як його звати. На сьогоднішній день там не тригерово ноль движення. Что они просили, даже не то, что там требовали. Требовать это нам слишком громко сказано. Но они просили. Намети 25 одиниць, намети типу ОСТ, ну це великий, 45 одиниць, ну, да, намети знаєте. Жилет панцирний 1600 штук, мішок спальний 1400 штук, ліжко армійське 500 штук, матрац 500 штук, подушка 500, ковдра 500, білизна постільна 1500 комплектів, плащ-намет 1461 штука, тапочки казармені 1600 штук, польові кухні різних модифікацій 40 одиниць, гігієнічні миючі засоби 1200 комплектів, печі чавунні, обігрів наметів 95 одиниць, ну це вже може не актуально зараз. Казанки алюмінієві армійські 1500 штук, кухлі емальовані 1600 штук, фляги армійські 1178 штук, автобензин А76 13 тонн, автобензин А95 3,5 тонни. Дизельне пальне 2 тонни, радіостанції переносні типу Молотова та аналогу діапазону частот там певних 600 комплектів, радіостанції автомобільні 65 комплектів, радіостанції стаціонарні. Тобто навіть не озброєним оком можна побачити, що люди там живуть просто неба. І якщо там 1500 одиниць особистого складу, то вони все це просять. І, на жаль, на сьогоднішній день нашим керівництвом військовим обласним нічого це не вирішено. І я хочу ще зазначити, що Народна самооборона неодноразово пікетувала військомат, ходила навіть до лікарні, до госпіталю, до шпиталю, де лежав цей Никулін,
який втік туди з бронхітом, нібито. Ховався. Ховався. І не пускали, тому що це ж шпиталь, це ж військова частина, теж вважається. Не пускали туди людей, щоб він там міг заховатися. Тобто цей чоловік поводиться не просто як там саботажник, звичайно, а предатель, других слов просто є. Поэтому, как бы, и мы просим помощи у вас, у журналистов, чтобы вы помогли донести эту информацию до общественности, чтобы показать, кто у нас в Черниговщине действительно занимается вот такой вот провокационной и антигосударственной деятельностью. Как бы война, да, действительно идет там, но там правильно Валерий говорит, воюют наши парни, которым... Ну, нужно, да, нужно и тут нужно есть наши парни. Границу. Вот с этого самого. А то, что касается, вот помимо этого списка, там хочу сказать, что, допустим, у резервистов прикордонников у них там были проблемы с питанием. На сегодняшний день мы их посещаем, постоянно с ними в контакте. А вот с питанием уже все хорошо. Вот. Помимо наших ребят, тут еще границу охраняют довольно значительное количество людей из Житомира. А вот, и что хотел добавить к этому списку. К этому списку постоянно звонят, нету приборов ночного видения в этом самом, там, на востоке у ребят. Они в основном говорят, что все действия вот эти вот, они проводятся ночью, снайпера работают ночью, все вот эти бандитские их вылазки, они делаются ночью, им очень сложно. Они там своими силами отремонтировали какие-то два прибора, а два прибора, это вообще ничего, понимаете, на те огромные расстояния, которые им там приходится контролировать. Вот. Такая же точно ситуация здесь у нас, на эту огромную границу с этим малым контингентом, на одну только заставу один прибор, одна застава, один прибор. Стоит он дорого, но я думаю, что мы совместными усилиями уже как-то, может, поднимем наших предпринимателей, жителей, может, захотят. Тут суть, в принципе, нашей всей этой конференции заключается в том, что, понимаете, почему пригласили? Мы здесь на месте, мы всегда сможем отчитаться, мы доведем все, любую помощь, там, материальные эти все вещи, которые просят у нас бойцы, мы довезем до бойцов, сможем отчитаться. Мы делаем как? Мы составляем не так, как это было, знаете, в первые дни, я помню, что нам уже звонили из Батурина, в первые дни сразу после Майдана, когда крымские события были, в Крым собирали, военным собирали помощь. Нам звонили из Батурина, был такой случай. Приехали, там люди собрали там электростанцию, там какие-то вещи, одежду, там средства гигиены собрали, привезли бус, выгрузили этот бус, приехал командир и уехал. Как только он уехал, они стали звонить нам. Они поняли, что дали куда-то в яму, наверное. Мы делаем и так. То есть, как положено, у нас есть свой отдел бухгалтерский, делаем все документы, что мы приняли, выдаем людям документы, что они сдали, чтобы они могли всегда спросить. И у нас раздел на сайте, я думаю, что день-два он начнет работать. Ну, чем больше таких операций, тем быстрее он заработает, потому что там пока что еще нечего показывать. Вот. Чтобы люди нас прямо на сайте нас могли посмотреть. Вот он оказал помощь, он привез там, к примеру, там бочку меда, понимаете. Он увидел, что эту бочку меда отправили в такую-то часть и там раздали. Вот. И мы посещаем эти части, мы можем всегда у бойцов спросить, действительно они все это получили или нет. Прямая связь непосредственно с руководством части, с командованием точнее, и с рядовыми ее солдатами. Если представители прессы на сегодняшний день готовы тоже помочь нашим ребятам, я хочу сказать так, пока у нас нету официального нашего счета, мы не зарегистрированы, у нас есть счет в приватбанке, мы его специально открыли, он еще пустой, голый, я хочу его вам зачитать. На кого он оформлен? Значит, это будет номер счета 5211-5374-5101-83-16. Оформлен он на нашего члена самообороны Мануэла Яну Володимировну. Это наш секретарь, она всегда сидит, да. Вы можете в любой момент прийти к ней и увидеть. Для того, чтобы ребята не ждали долго, понимаете, пока нам откроют, неизвестно, что так будет протекать, регистрация завтра. Понимаете? Что ж могут и помощь нужна уже сегодня. Это чисто для оперативности. А ви до цього збирали допомогу? І якщо ви її збирали, то які конкретні суми там, або продукти, і на що, куди, кому пішли, наприклад?
якщо взяти по Збройним силам? А от конкретно, я вам скажу так, личные средства, то, что было у самих бойцов самообороны, мы просто дорогие нашим ребятам пересылали. Мы не получали еще от граждан никакой помощи. Могу только сделать, сегодня была первая такая передача, которую мы сделали. Это благодаря Светлане Кузьминичне, там, я не знаю, там, по-моему, от церкви, да, от православной была помощь. Ну, эти продукты здесь лежали, я увидел, говорю, давайте мы отвезем, потому что были жалобы у бойцов погранотряда на то, что плохо кормят. И мы передали, то есть... составили. А что конкретно передали? А передали там макаронные изделия, там крупы передали, передали фруктовые консервы, которые люди сами делали, тушенку, там вода, сахар, печенье, ну вот такие вот вещи, все это передали, есть. И теперь мы будем, я говорю, что все эти документы всегда можно будет посмотреть у нас, и всегда можно проверить, куда они ушли. Ну а мы стараемся контролировать уже на месте, общаться с бойцами для того, чтобы они могли подтвердить, что да, действительно, все это к ним приходит. А на вот эти вот гроши, которые вы будете собирать, вы на них что-то будете закупать? Ну, например, там в первую очередь, да, это средства защиты, потому что голые, без средств защиты. Средства защиты, наблюдения и сбора передачи информации. Пан Нігулін, наприклад, сьогодні на полігоні розказував, що ті ж бронежилети, які, ну, це не конкретно ви, це те, що, ну, на кошти на ці благодійні, на якісь там, хтось привозив на полігон. І він розказував, що вони пробуваються з 15 метрів пістолетним патроном. Так от, яким чином ви будете бронежилети відбирати? У вас є якісь, ну... Наприклад, сьогодні, да. Наприклад, сьогодні воєнні спеціалісти, коли роблять закупки, от, то роблять те, що, ну, скажімо, професіонально, да? Наприклад, сьогодні я спілкувався по цьому питанню в воїнській частині. Мне показали бронежилет украинского производства, в котором стоит кевларовые пластины, импортные. Пластины закупаются, а в Ворзеле на заводе ТМ-3000 вот, производятся два типа самых таких более-менее надежных, соответствующих пятому классу бронежилеты. Это Корсар М пятого класса и Панцер 395М тоже пятого класса. Сколько он стоит? Пятого класса бронежилет стоит порядка 6-7 тысяч. Тот, который подходит ребятам, где уже идут боевые действия, это будет Корсар М пятого класса, он зеленого цвета, потому что они просили зеленый цвет. А вот они работают в основном, вы знаете, что они работают там между селами, и на блокпосты все находятся в зеленой зоне, так скажем. Вот, они просили зеленый, вот такой зеленый, он самый лучший, там он защищает от осколков гранатовых и так далее, самый лучший. Стоит он в пределах 3500 гривен, один бронежилет. Это уже кевларовый бронежилет. Кевларовый бронежилет, да. А 6-7 это что? 6-7 это... А как такая разница тогда в цене выходит? Потому это металлокерамический. Потому что кажется, что 13 тысяч кушает. Потому что бронежилет? Да, 5 тысяч. Нет, это металлокерамический. Выходит... Это металлокерамический 6-7? Они подороже стоят, да, 6-7. Выходит это так, что у меня цена взята с завода, понимаете? То есть мы созванивались с заводом, вот, и... Пан Нікулін купил бойцам форму по 300 гривен, камуфляжную. Я вчера на базаре купил форму за 180 гривен. Не, ну я теж рахував, тому що виходило, що так коштує снарядити бійця за воєнкоматівськими розцінками 1000 гривень, а якщо за нормальними, то 500. Вот поэтому и были вопросы к пану Нікуліну, что, собственно, каким образом он одевает бойцов в хлам, который рассыпается буквально через неделю, за сумасшедшие деньги. То есть 300 гривен, я понимаю, можно купить комплект за 300 гривен. Я в Адреналине сегодня был, там стоит полный комплект, он стоит 4000. С наколенниками, со всеми, там, ну, хорошей ткань и все остальное. Но сейчас речь не идет о каких-то там мега формах от Hugo Boss. Хотя бы хоть какое-то, пусть это даже на две недели. Это будет 41-м, который сегодня на полигон собирается, который в Луганск отправляет. Они просят 20 мешков ветоши, потому что они внутренние карманы отдирают и чистят оружие внутренними карманами, пальцы сдирают до ногтей, пацаны. Это не 4000 на боекомплект, это внутренний карман, который он выдрал и рассыпающийся автомат драйв. Так
Красная, но я не был. Нет, я просто говорю, что вот они просят, это нас, потому что они просят это, тот Никулин просит выключить камеру, требует это. А они говорят на камеру, просят, что вот это нам нужно. Им нужна вода. Киевляне приезжают рядом в батальоне, пьют сок, выкидывают, а они за свои деньги покупают воду, пьют. Потому что им только остается кипяченый или из колодезя, из-под крана пить. Ну все это известно, поэтому... Это вы будете сегодня... делать? Вот эти мелочи, которые необходимы? Конечно, как раз для этого, собственно, мы и озвучили. Средства наполнения. Я понимаю, что предприниматели могут какую-то сумму. А если человек просто те же 5 гривен, но он хочет тоже знать, куда конечно, они пошли. Без проблем. У нас вот есть... этот счет будет на эти 5 гривен тоже? Пока сейчас, конечно. Да, карточка, а потом будет открыть счет. Каким образом желающих? Рекламировать будете, кроме средств за собой информацию? У вас была прекрасная акция, мы со Светланой ходили, помните? Девочки, которые были с флагами, собирали деньги. Это будет продолжаться эти флешмобы? Мы сейчас договорились с рекламными агентствами о предоставлении нам рекламных площадей на битбордах на городских. Это очень медленно. Что еще быстрее будете делать? У вас же есть какой-то план действий? Ну вот, собственно, с прессой мы сейчас пытаемся пообщаться по этому поводу. Да. Чтобы активно привлекать, тут процесс как состоит? Вот Валерий говорил, что у нас порядка 100 участников, да, активных более-менее. Это катастрофически мало для 300-тысячного города, который находится на границе с Россией. И эти 100 человек, которые все работают, мы все работаем. Я сейчас, допустим, вместо того, чтобы быть на работе, провожу здесь пресс-конференцию, но как бы для меня это важнее. И все люди в том же ключе работают. Никто из нас тут никаких денег не получает, никто нас не финансирует. Да. И наша задача просто, мы не можем уделять там сутки целые. Наша задача собрать как можно большее количество людей сейчас. Это первый этап. Привлечь нашу черниговскую самооборону, хотя бы в городской осередок, вот в этот, ну, от нескольких сот до тысячи людей, которые могли бы всеми этими процессами заниматься. Мы найдем им работу. Мы придумаем им, чем заниматься. Работы в нашем городе хватает. Кстати, я забыл сказать, что одной из задач, это просто не озвучено в наказе нашем, одной из задач, и, собственно, для вас это должно быть очень интересно и важно, это как раз совместное проведение журналистских расследований. Если журналисты боятся преследований со стороны тех, о ком они расследуют какие-то истории подковерные, у кого они скелетов из шкафа достают. Если журналисты боятся, если им угрожают, шантажируют и что-то еще, то они тоже могут приходить к нам. И тогда, могут рассчитывать на нашу, да, и могут рассчитывать на нашу жесткую защиту. Прошли времена, когда люди ходили с шариками оранжевыми. Все закончилось. Брат у ворот, и война не идет в нашей стране. И война идет не только там, война идет внутри. И вот такие люди, как Никулин, и же с ними. Они не хотят менять этот режим. Их все устраивало. Они сидели на казенных харчах, они сидели на дотациях, они отгрохали себе виллы, они купили себе яхты, джипы, которые жрут по 17 литров. А теперь они требуют содержания всего этого. Потому что потоки денег прекращаются, одеваться некуда. Это все надо содержать. Продавать не хочется, уезжать не хочется. Мы слышим от них отговорки, там, что все законы и инструкции старые, которые были связаны с распределением, вот, кстати, то, что касается жилетов, да, там жилеты, каски, военкомат и все, ну, скажем, все, что связано было с подготовкой, отправкой наших ребят туда в территориальный батальон, там не предусматривалось действительно по этим инструкциям, что они должны быть снабжены этими жилетами, там, касками, средствами защиты, там, фонариками, которые там им необходимы. А вот, не предусматривалось, но мы же должны им помочь. Когда-то эти инструкции, да, понятно, что там они, все эти законы, инструкции, они же, мы знаем, какая политика была, развалить армию. Это конкретная была политика. Так мы же не будем ждать, пока эти законы. Давайте вместе объединимся, призовем общественность нашу, черниговскую, будем помогать нашим ребятам, защитим свой город, свою область. Не будем ждать. Если мы... Вообще жилетов? Я вам скажу, знаете, есть запросы не только на жилеты. Есть запросы... У Никулина постоянно он обращался к нам, помогите, когда мы начали, скажем так, с ним трения, вот эти вот, то есть, ну, скажем, когда начались у нас с Никулиным вот эти вот проблемы, да, с выяснением, почему там он нас не может подготавливать, наших бойцов, там, ну, всю мобилизацию, он стал обращаться к нам за помощью, помогите найти добровольцев в территориальный батальон. Так вот мы можем найти, у нас места нету, где обустроить пункт мобилизации, просто нету места. У нас одна единственная комнатка, вот.
Так вот, на сегодняшний день добровольцев действительно уже есть столько. Воевать чем есть? Так воевать, вот самое интересное, что воевать есть чем. Воевать есть, средств защиты нету, но помимо всего прочего, сейчас я скажу, есть. В Десне, там есть, ну, как всегда и была, школа обучения. Там, где проходил наш батальон, там двухнедельный курс там, быстрой такой подготовки. Так вот, туда сейчас добровольцев есть столько, и добровольцев, и мобилизованных людей, что нету простой вещи – кровати. Кровати, обычных кроватей нету. Кровать типа А. Это двухъярусная армейская кровать. Их не хватает. Так вы когда спросили, сколько нужно там бронежилетов, там еще чего-то. Кровати нужно на сегодняшний день. Их не хватает. Тысячи штук. Тысяча кроватей. Позже летом, вот от пограничников было 1617 штук. Просьба. Позже летом. Это только для пограничников. Но это от 4 класса и выше. Потому что, допустим, тот же Никулин, он мог отчитаться там о каких-то 300 или каких-то других бронежилетах, но их, это бронежилеты 2 класса, это от удара. Еще раз пограничникам сколько? 1617 бронежилетов надо. Это вот на наш участок? Это только наш черниговский подран. 1600. Да, подранотряд. 1617 штук, это официальное письмо начальника погранотряда. Тысячи. У меня сейчас нет их уже. 41-й батальон в процессе формирования же еще. Нет, еще не все. Купила, для того, чтобы выяснить, сколько нужно им жилетов для 13-го батальона, я могу прямо сейчас позвонить, мне скажу. Прямо сейчас. Ну, сколько? Ну, в батальоне вообще по штатам военного времени 800 батальон человек. Батальон там, это самое, батальон, нет, батальон разброса. 800, но там может быть меньше людей. Группами, там, по 30 человек. Недоформированный батальон умеет находится. Меньше. И разбросан там по всему, по всей этой области. Там тоже только вниз. Батальоны, которые воюют сейчас на Востоке, они насчитывают от 500 до 900 человек. Недокомплектован. Но это нормально для любых военных действий. Даже в советской армии во время войны вы знаете, какая была недокомплектация. Я могу выяснить точно, по количеству я сейчас не скажу. Я тоже не знаю. Но это не проблема, это выяснить. Да. А у нас вопрос не по Никулину сейчас. Не по Никулину, а помощи этом самом. Животрепещущая тема. Конечно. Что ж мы будем с Никулиным? Мы с ним тягаемся уже, это самое, извините за выражение, но мы с ним тягаемся уже 2 месяца. Просто вы уже назначите, як скрести котеджи і жити. Можете назвати адреси, номери? Я говорил не о Никулине. Нужно сделать просто запит обыкновенный. Я говорил вообще о генерале. Его остатки и все. То есть декларацию мы можем и так вытребовать, а нужно еще, чтобы он показал свои, ну... А у вас конкретно підозрює, где у него может быть хатинка? Ну, может, люди что-то, ну, пліткують, як на офіційна інформація. Ну, офіційна, вже ж не справа в тому, що докази. Там прийде, на офіційна інформація у його жінки, з якою він розлучився. Офіційно. Не офіційно, ну, офіційно розлучився. А в неї, якщо ви з неї знайдете, вона вам... надасть дуже багато доказів того, де Никулин кошти поділися. І все він на себе за... Якщо ви хочете провести журналістське розслідування по цьому вопросу, пожалуйста, ми готові вам допомагати. І я говорив не о том, що у Никулина є дачі, яхта, а о том, що взагалі генерали, в принципі, які руководили армією, мені не треба тут... Конкретизировать. Да, конкретизировать. Это повальная система была такая, что они сидели на нормальных окладах, получали потом еще огромную пенсию, и при этом разворовывались армию до такой степени, что не хватает элементарных вещей в армии. Средств гигиенических не хватает даже. Скажи, будь ласка, это не доказательство? Еще одна такая проблема есть, я правда не знаю, как ее вырешить, называется военный тупизм. Ну, реально є така проблема. Ви мені предлагаєте вирішити? Можна вирішити силами самооборони, але от, наприклад, на складах у нас, самі знаєте, які військові сидять. І от він показує мені вояка АКСУ свій. Він показує, от я тут не можу очередю стрільнути. Тому що є дуже багато нормальних автоматів на складах, а оці вояки, вони не дають нормальні автомати, вони дають такі, подгулявши. Можна якось цю проблему вирішити? Можливо, у співпраці, щоб
ну, грубо кажучи, супроводжувати ці батальйони, поки їм зброю видають. Я розумію, що це мало реально. Але якось це сьогодні робота автоматичної мови. Ну, то сьогодні не говорили, що можуть випадати мушки збити, а то, що тут підлагають заміну, то же саме, тому що вони списують дивом. Вони то, що не можуть, воно просто клініка. Я думаю, воєнний тупізм рішається вопросом. Риба гніет з головы. То есть высший офицерский состав сначала должен себя вести подобающе и показывать пример солдатам. И тогда подчиненные не будут, как вы говорите, выдавать того, что это ему приказали. Вышестоящее руководство. Это нетипичный пример. Списывать. Ну, если есть заинтересованность, значит, нужно привлекать. Я прошу прощения, это нетипичный пример. Почему? Потому что мы находимся в постоянном контакте с нашими ребятами. Если была проблема о том, что не было боекомплекта, когда они выезжали, это было очень плохо. То есть они в пути. Вы знаете, что батальон Волынь попал в засаду. Да? Вот. Так когда наши были в пути, могли точно так же попасть с этим автоматом, который не закомплектован. Но зато сейчас у них есть любое оружие, боекомплекта столько, стреляй сколько хочешь. Проблем вообще с оружием никакой нету. То же самое... Потому что сегодня же слышали вот эти же, которые собираются. За две недели совершенно разные проблемы. Общаюсь с Алексеем Коноваловым каждый день, утром и вечером, командир взвода, который охраняет один из блокпостов под Великою Черниговкой, если вы знаете, это 15 километров от Сватова. Не, у них все есть, у них очень плохие условия там, ну, существования. Это больше всего же просят средства защиты, фонарики, каски, ну, средства защиты, каски, да, ночного видения. Это более всего, что их интересует, ну там. Хочется им, конечно, общаться, нет у них там чем, только кроме телефона, знаете, телефоны очень, очень слабые телефоны, нельзя переслать фотографии, там, МС и так далее, но они там уже что фотографируют, будут пытаться где-то как-то через кого-то. Вот. Любую помощь хочу предупредить ну, о том, что мы, если кто-то будет пытаться самостоятельно ее делать, высылать, то лучше консультируйтесь сразу с ребятами, помощь не всегда доезжает. Иной раз, когда знают, что там едет в этих посылках, то они 100% не доедут. А есть какая-то общая смета на все эти виды вот того, что необходимо? Сколько это все по финансам обходится? По финансам, то есть потребности на сегодняшний день? Да, вот эти вот есть список необходимых вещей, да, которые для пограничников. Да. А есть ли какая-то высчитанная сумма, конечная сумма, во что это, все это вот общее обойдется? Ее нету, и по приоритетам можно, если будут появляться какие-то средства, по приоритетам можно просто делать закупки. Если нужно высчитать, то вопрос, зачем его высчитывать? Ну, к примеру, к вам обращается какой-то серьезный крупный предприниматель и говорит, скажите мне конкретно, сколько нужно денег на это и это. Я вам скажу так, извините, просто смета не ограничена, война сожрет все. Если нету такого предпринимателя, который может прийти и сказать, я тут вам всем все обеспечу. Сколько денег они дадут потратить на вот это все, сможем все. Даст он миллион гривен, потратим миллион гривен. Отчитаемся. Это не совсем верно. Себе никто не заберет. Я понимаю. Лучше но просто смотрите. Обозначить конкретно, что где и почем. Если обозначить конкретно, вот видите, у меня одна информация, что, например, металлокерамика стоит 6-7 тысяч. Валерий вам сообщил информацию, что под Киевом в Орзеле делают другие жилеты кевларовые. Но, насколько я знаю, кевларовые жилеты, они не такие сильные, они где-то 3-4 класса. 5 класс – это гораздо более мощные бронежилеты. Потому что, но с 4 классом тоже можно как-то воевать, как-то двигаться, что-то. Он от чего-то защищает. Он защищает от прямых попаданий. Есть же бронежилеты 6 класса. Если дадут миллиард гривен, на миллиард гривен закупим всего. Тут вопрос лучше обратиться к военным и сделать запрос на дание информации, что и как. Самое главное – проконтролировать, особенно журналистам, тендеры, закупки. То есть вроде бы их хотят сейчас ликвидировать, потому что у нас в стране сейчас такая сложная ситуация, что нужно покупать, вот они знаете как берут? Цены из интернета. Вот это отвечает официальное лицо из военкомата, говорит, мы взяли цены в интернете. Ну как это смешно. Взял цены в интернете? Потому что у меня, например, может быть проблема с официальной рекламой вашего счета.
Значит, счет вы записали, да? Да. На координаты надо эти, телефон. Есть два телефона, я вам сейчас скажу. А тот человек в самообороне, это по Чернигову, еще в области? Это по Чернигову. В области, вы знаете, когда мы начинали, у нас была самая большая, там около 300 человек было в Козельце. Потом она распалась, потому что туда очень много людей. Ну, а вообще общий загін самообороны по області, скільки зараз налічує? Ясно, що багато людей пішло в територіальні батальйони, а залишились в області ж організації ці в районах? Не батальйони, ви маєте до самооборони? Или... Ну, самооборонців багато поступало в батальйони територіальні, да, оборони, да, чи да, там да. Нацгвардії. Да, поуходили, да, совершенно верно. Так я до того, скільки на сьогодні залишилось в області? Нету зараз в області. Якщо точну цифру, кожен день приходить 1, 2, 10, 15 чоловік. В області, взагалі, в районах. Ви розумієте, сказати? Вони офіційно не записані, вони офіційно. Є 4 групи учасників самообороны. Самооборона, як такова організація, не політична, і 4 групи діляться в якому смислі. Є ребята, які виходять у нас на патрулювання, це постійно зайняті. Да? Це ребята, не працюють, ми як можемо там допомагаємо. Я працюю, я можу щось поділитися з ним, розумієте? Вот. Накормить там или же еще чем-то помочь. Вот. Или находится на содержании у родителей. Есть люди, которые временно заняты. Вы их не увидите, да? И ну, довольно часто. Есть люди на волонтерских этих самых, на волонтерских засадах. Вот. Скажу, у вас есть этих людей, вы же их там запрошуете? Есть у нас, понимаете? Есть у нас есть по Чернигову. А в районах есть у руководителей районов. Они нам, самооборона, та, которая в районах, она нам не подчиняется напрямую. Они только ставят нас в известность и корректируют свои действия с нами. Потому что они проводят какие-то акции, они ставят нас в известность. Чтобы мы понимали, что это там не террористы какие-то там сегодня кого-то пикетируют или там какие-то действия совершают, а именно наши. Они ставят. Мы в свою очередь точно так же ставим в известность самооборону Майдану в Киеве. Если у нас какая-то акция, мы обязательно какая-то там, скажем, массовая, там не массовая, но какая-то акция, вот, то мы ставим накануне в известность. Тоді не можна вот говорити, это... що це обласний загін самооборони. Якщо в тих районах самі по собі, а вони не підпорядковуються обласному командиру, тому що Федорку, то виходить, що Федорок керує міським загоном. Совершенно верно. Чернігівським. Совершенно верно. Ви говорите про область, ну, і да, з'ясовуєте, да, да, треба у нас... розмежувати, чи це тільки місто, чи ми говоримо про область. Якщо область кожен сам по собі, то... Ну, не зовсім інше, не зовсім інше. Они, ми всі абсолютно маємо абсолютно однакові накази із Києва, абсолютно однакові. Тобто, вони районні Києва підпорядковані? Ні, не Києва. Когда будет формирование, когда будет официально принято, тогда будет... Нет, такого подчинения, например. Нет. Подчинение? Сейчас в той ситуации, что нужно сделать, как сам член самообороны. Я понимаю, понимаете, в чем ситуация? То есть ситуация, что сейчас как бы есть вопросы взаимодействия, а не прямого там какого-то строгого подчинения. Понятное дело, например, самооборону Сталалаевки на какую-то акцию в Чернигове же не будут вести. Но есть какие-то как бы вопросы взаимодействия, подчинения на случай какого-то там, ну не то чтобы локального, а довольно-таки высоких каких-то проблем, например. Ну не дай бог, я думаю, уже эта опасность отошла, это однозначно. Например, вторжение в Черниговскую область, ну в Украину, тогда да, то, например, вся самооборона будет собираться. А такого как бы подчинения, я думаю, сейчас как бы нету строго. Вот, и все. Останнім часом самый модный тренд надати повноважень на місцях якнайбільше, правда? Вот таким способом и устроена самооборона. Децентрализация, совершенно верно. Они действуют в рамках инструкций. Инструкции все, если они признают эти инструкции, то они у себя на месте действуют в рамках этих инструкций. Ну, примерно такая же ситуация и по областям. Я хотел сказать, что в принципе Черниговская самооборона, она действует в большинстве случаев на основании тех проблем и ситуаций, которые здесь говорят, не по каким-то директивам из Киева. То есть никто напрямую здесь Черниговской самообороны вот так вот не руководит. Точно такая ситуация. Два проблема. Телефона, по которым можно... Скажімо, що українська громадська організація, потім є обласна, яка вона якимсь чином, хай вона не підпорядковується, як ви вважаєте, що це з командою, але вона
складі, і тобі статистика якась сходиться, якісь спільні справи а в районі, спільні справи ми робимо. В офіційному складі не може бути зараз ніхто, тому що ще не зареєстровано. Якщо буде зареєстровано... Одну минуточку, я прошу прощення. Телефони самооборони 067-275-5706, Лайф 063-608-52-73. Это ваше? Нет, это телефон наш общий. Мой телефон 067-465-83-74. Когда нам не хватает сил, где-то в районе не хватает районной организации сил, то мы выезжаем сюда, помогаем. Точно так же и их можем приглашать. Они с радостью приедут. С дорогой душой. Можно мне два слова? Конечно. Да, я просто хотела, у нас сегодня была очень интересная акция, как раз в рамках армии нашей. Вот Олег у нас был, поэтому он все видел. У нас произошла спонтанная акция, и акция прошла у нас женская, потому что мы приглашали только наших женщин. В чем была цель этой акции? Показать, каких ребят отправляют у нас сегодня на передовую в Луганск. Вот как раз вот из этого 13-го батальона 9 человек, которые находились у нас на излечении в нашем госпитале, их, считая, что их уже вылечили, отправили с самыми разнообразными диагнозами, отправили на передовую в Луганск. Вот двоих, мы планировали троих, как бы взять в плен, арестовать, да, ну, женским своим батальоном. Но мы взяли только двоих, потому что третий просто не смог прийти. У него ожог ноги и гниет кость. Его выписали. Вы просто вдумайтесь, его выписали. И сегодня он должен был ехать на передовую в Луганск. Двоих мы взяли, вот сейчас их обратно забрали в госпиталь. У нас состоялась маленькая встреча. Мы всех вместе с журналистами мы отправились к губернатору. Ну, губернатор оказался на селекторной связи, но спасибо, были все оперативно подняты и приехал из нашего здравоохранения приехали, и от Никулина приехали, и приехали от нашего госпиталя Гармаш, по-моему, был на это, Богуш. Их оставили троих? А? Их оставили в результате? Там один 50 лет, который глухой после контузии. Нет, 50 лет это нормально. А вот знаете, тот, которому до 30 лет, я не знаю, это молодой Павло, у него как? Его забрали в Десну. Нормального парня забрали в Десну. Во время стрельбища, ну, вот гранатомета, наверное, он оглух. Его, естественно, не могли отправить на передовую, хотя были все документы. Его отправили на лечение в наш госпиталь. Он здесь пролежал 2 или 3 недели. Его глухого сегодня отправляли в Луганск. Мы были на то самое все вместе, все это видели, все на это смотрели, и каждый мог просто подойти к нему, разговаривать, он совершенно ничего не слышит. Но в документах было написано, пригоден на то самое, да, частичной потере слуха. Ну, слава Богу, что у нас так получилось все на это. Мы ребят вернули. Мы думаем, что, возможно, вот этого глухого мы даже от смерти спасли, потому что человек, который абсолютно не слышит команд, я так думаю, он вообще не может никак не находиться на... Они вернулись в госпиталь или где? Да, сколько, мы их... Сколько людей? Значит, на сегодняшний день двое. Третий. С возрастом. А как, вот самое интересное с возрастом. Мы его отправляли, его брали и везли в Луганск. А оказывается, на его направление в Десну. Вот скажи, вернули в госпиталь, это самое. Вот мы будем отслеживать, поэтому мы сказали, что мы сейчас будем очень четко отслеживать наш госпиталь, особенно по тем людям, которые будут направляться вопрос. В лечение на передовую. А вы поднимали вопрос по тем, которых призвали, например, у меня есть личная практика. Вот я столкнулся с такой ситуацией, сейчас человек находится в госпитале на лечении. У него две спинные грыжи, перелом ноги. Вот. И я через суд добивался, все-таки добился. Там все-таки решили мирным путем эту ситуацию.
Оказывается, всех тех, кого призвали, должны были в течение двух недель провести медичне обстеження. Медичне обстеження ні одного чоловіка, зараз призваного, по крайней мере, по Чернігівському гарнізону, не було ні проведено. От, тепер я, наприклад, добився, просто у вас такий вопрос. Ви піднімали вопрос, щоб провели взагалі медичне обстеження цих всіх больних людей? Провели обстеження, зробили заключення о пригодності і о їх, ну, щоб їх в кінцевому ітогі комісували. Я цим займалися чи ні? Піднімали цей вопрос? Вже там служать? Да, ну, от я говорю по конкретному чоловіку. Зараз їх проводили. Да не проводили, потому что в суде, когда поднялся, это они так рассказывают по бумажке. Есть 402 приказ, который предъявляет четко документы. Подавайте в суд. Да, я, например, вот от имени человека подал. Я так думаю, что не, как бы, не выход, например, там сказал представитель вот, нашего этого самого госпиталя, что есть еще такой момент. Если человек, который лежал в госпитале, его направляют в этот там, в армию, в батальон, куда там его отправляют, а он считает, что он не долечился, то в армии существует такая как бы практика, что он пишет на начальника своего роты, батальона, кого-то рапорт, что он себя чувствует плохо, он не долечился, на то самое, и его обязаны опять отправить в госпиталь. Даже здесь даже не рассматривается, командир не имеет права рассматривать. Ему поступил рапорт, и он этот рапорт фиксирует и отправляет этого нет, человека понимаете, обратно. Тут, я думаю, надо поднимать вопрос, так как вот я сейчас пошел по процедуре все-таки. Пришел представитель части в суд, я задаю ему вопрос. У вас по 402 приказу есть документы о том, что он прошел медичное обстеживание? Он говорит, нету. Он же не скажет судье, что есть форма, я сейчас принесу какую-то бумажку. Мы все-таки добились того, что командир части Гончаровского выдает приказ о направлении человека на военно-лікарскую экспертизу. Ну, то же самое обстежено. Сейчас человек проходит там обстежение. В конечном итоге, поэтому, это 64-я статья 402 приказа, будет признан он непридатным до прохождения військової службы. У меня вопрос, вы как бы по этой процедуре работаете или не работаете? Мы не работали, это у нас, я просто рассказываю, что у нас сегодня было просто... Да, министр обороны, приказ министра обороны. Это нужно как-то завершить пресс-конференцию, а потом уже кто получит цікавость, да. Ні, так ви може вже попитаєте, як так, бо тут уже ж від теми відкрилися. Давайте я как бы офіційно закрою прес-конференцію в плані того, що ще раз обращусь к вам, журналістам, по можливості максимально інформувати людей, що здесь, в місті, много роботи, що нам теж нужны люди, що пусть приходять, пусть записуються, пусть участвуют активно в жизни города, потому что если мы хотим построить демократическое общество, то это власть народа в первую очередь. А кто, как не народ, должен заниматься этими вещами? Сидеть у себя на кухне и ругать то, что происходит, легко, а делать это сложнее. Поэтому это общее дело, это каждый из нас должен начать с себя и завести за собой друзей и привести их к тому пониманию, что кроме них никто ничего в этом городе не сделает. И завтра в 14:30 мы официально регистрируемся. Есть большое подозрение, что нам опять будут пытаться вставлять палки в колеса, потому что у власти на сегодняшний день находятся те, кто и был, и никуда они не делись. И такие, как мы, им очень сильно мешают. Вот, поэтому просьба к 14:30, если кто может, приглашаем всех на наблюдение и регистрацию на нашего... Куда? В горосполкоме. Мискрада. Да, пожалуйста, еще представьтесь по очереди и назовите, пожалуйста, свои должности. Вот. Не только в самообороне, а то, кем вы являетесь в обычной жизни. В обычной жизни я частный предприниматель. А в самообороне в народной у меня должность начальника рекламно-информационного отдела. Ваш коллега. Подлушевич Валерий, начальник штаба самообороны в обычной жизни, предприниматель тоже. В автомобильном бизнесе. А еще раз фамилию более... Богушевич. Окей, спасибо. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо огромное. Обращайтесь, приходите, если будут вопросы какие-то по там, расследованию дополнительному, тоже обращайтесь, если будут... Будет желание там, поучаствовать. Звонить можно по тем номерам, да, которые продиктовали. Что, простите? Говорю, звонить можно.